Бля, да хули не работает. У кого-нибудь у тебя есть на 100 силы титана, куплю? Да, есть. Ты кто? Анхоли. Сзади тебя. Че, сколько? Да я хуй знаю, сколько. Еще... Сова, давай аж босса, я сам сферки позволю. Слышал меня, да, Сова? Кинь плюсик. Отлично. Так, рыбу ставлю, не затыкайте ее, дайте всем поесть. А нахуй два? Хуй знает, на что 200 уже стоит. Ладно. Спасибо. 385? Ну ладно. Во-первых, я умер. От маски, блядь. Я бы вообще даже не спрашивал. Не, я не бегал особо, не бил, просто здесь вар априори должен больше давать клива. Бля, ну нахуя? Нахуя поставили? Сейчас же кто-нибудь докликнет. Пробафайтесь, там масло намажьте. Может на нее нажать? Баф дает? Баф плюс 15 урона процент на весь бой. Поставь лок в этот шкаф. Приколисты. Только собираешься бафнуть палом. Да никто не тыкает огурцы, забей. Те камни не помогут. Они тут сильно не помогут, да. Меня убило 17 камней влетело. Тебе поможет камень? Так, смотрите, бафы, все у вас есть. Что-то не хватает, говорите. Просто баф. Ебать. ДК улетел. Чё? Блять, да, стояла. Затыкали, как обычно. Вон она стоит, ебать. Ее просто поставили в нее эту хуйню. Чел еще один ткнул, улетел. Что он заебал? Еще раз на баф, смотрите. А есть почта у кого-нибудь? Это вовремя. Здесь шмяк, барут на поле френзи. Вон вот почту поставили. Возле квадрата. Егор живой там? Да? Она да, тут. Так, ну все, все то же самое. Только я сверки побью. Давайте даю отсчет на пол. Там приход их уйдет опять. 5, 4, 3, 2, 1. Да, я скажу по контролю все. Сейчас все разбил. Там под тобой, блядь, тебе даже двигаться не надо. Пиздёж. Мобы вышли. Дальнего за контролем. Бейте мобы, Валера, сам ставь на них метки. Не вопрос. Поставил. Следующего тяну моба. Я пишу. Нет, будет сейчас сфера, пока летит, нахуй уже долетает старая. Тут уже две, блядь. Так я нахуй. Говорю. Ну ребят, ну вы свечаетесь в этих копателях. Аниме, я понимаю, что тебе нормально. Сложно. Так вышли новые копатели дальнего контроля. Замороженный. Я развернулся, я думаю, босса, он вообще не поймаю. Следующего тащу моба. Убиваемся моба. Ряга. Закопался. Ну ТД добиваете, медики в воде побежали. Блять. Он повзрывает. Баруто, на тебе. Беги к воде, остальные в начало. Баруто 11. Скоробеев не забываем бить. Холи Френзи. Остался, остальные к воде. Холи Боб дам.
Пиздуй на лед, что ты там выебываешь? Ты чё делаешь? Что делаешь? Сейчас... Так в смысле, блядь, я же убежал и так уже далеко. На был на лед. Ну что ты делаешь, блядь? Все, положил уже двоих. Блядь. Ну, Жорик, беги в начало. Успеешь, Аня, успеешь. Бегите в начало все. Аниме. Остался в начале, остальные к воде. Бэр, Инди, сдай в Бёрна. Пиздец ты, Санчес. Водите мобов. Кучу. Блять, я подумал, я под боком, как бы, и все, и не надо налетать. Боб не навсегда дает неуязвимость, только на время, пока он есть. Ну, теперь буду знать. Я поэтому на лёд не бежал. Я бы... Это своих позабирайте, Локи, на них сидят скоробеи. Нужно убить, убивайте копателя. Блять, ну бейте вы... Скоробеев нужно собрать, иначе они слезают броню танк. Убейте их кривом. Вот на ком сидит скоробей, не нужно еще дальше убегать. Бегите вы внутрь. Вливайте быстрее копателя, но уже подошел. Эрдру, сдай в сомбреро БР. На санфоле еще мертвый валяется. Я не вижу, где. Вот здесь на меня. Да, код сдай. БР вон в поле. Ближайшего хватаю за под жопой босса. Ладно, дам, что-то больно мне. Лок опять убежал, но так я кот, да, МБР, он ходит в рейнзе. Вот здесь на мини-карте подсказываю. Следующего веду. Бать, ты ведешь, а я сейчас лопну. Ну, не бивайте от меня. Сфера вон одна, сейчас воды еще собью. К воде побежали. Войд остался у воды, остальные начало. Разве шмяк побежал. Может себе боб дать. Боб есть? Есть. Он сам себе сдал. Так, остальные в начале, видите, сфера, что не стоим. Бёрн остался в начале, где начали бить босса. Ну куда ты бежишь? Войд. И дашь на себя боб. Все остальные к воде. Бьем скоробеев, не забываем. Что ты там делаешь, Манка, как я не понимаю. Словенин остался. Подожди, следующая цель. Animal воды, остальные в начало. Сейчас он вылезти уже должен. 10 секунд еще. Сейчас вылезем после вот этого. Да. Все, кайте его, будет кайте. Все, сводим скоробеев. Вторая, да, закупка была? Да. Скоробеев сводим, вливаем их массы. Сейчас мобы вылезут еще. Все, дальнего контроля. Забирай мобы. Да не достаю я там. Все нормально. Вливайте мобы. Скоробеев закрывайте там. Иду следующую. Подводи поближе ты. Подожу. Я забрал. Убиваемся, моба. Ну, в этот раз чуть получше по ДПС. Блять, сферу воды вообще ноль. Сейчас, смотрите, первый будет давать поп кабаец. Потом Ганнибал, вышли мобы. За контролем, которого вижу. Роуз, бери который дальний, сейчас не достаю до него. Ну, блять, он не знает, на кого идет, на Анзай. Забери. Спасибо. Первый кабаец дает боб, второй Ганнибал. Третий Бьорн. А, у вас на КД, да? Бьорн у тебя КД, плюс Кинис КД. Да, он написал. Понял. У меня тоже КД. Добивайте быстрее мало. Воды прям не было, сфера, он тут самый дальний. Бегите к ней. Бьорн, беги. Кто я? Остается все здесь в начале. Где сферы? Блядь, сферы прям пидорские. Все, кто там сейчас? Ну, познай себя, беги в начало, остальные к воде. Сейчас нихуя там не собью. Ганнибал сдай в него бы. Ой, там. Сейчас следующая цель. Полкмен, подбегай, тебе дадут боб. Ганнибал. Ага. Опять познай себя. Ебучий босс, сука, ненавижу нахуй, умрет спида. Так, он кабаец уже ждет, боб дать. Дайте боб. Все, дали. Да зачем ты залег? Сбежал, ну ёба народ. Ну, блять, ладно, похуй. Забегайте на лед. Среднюю сферу сейчас собью. Нам это хватит времени этого.
Ну, ну вначале будет первым, сейчас сначала бегите. Там все вылез. Вливайте босса. Давайте Геру шаманы. Снова выйдут. Этих не будем контролить, их сливаем. Следующих законтролим. Блять, сильно близко успеем. Успел, все заливаем. Во льду, череп, во льду, во льду, во льду, сейчас, сейчас, сейчас. Череп вливаем. Сейчас выходят следующие мобы. А, где сейчас стоит законтроленный моб, там Ганнибал кидает фир. Где вышел этот второй череп, там дает кабаец фир. Вливайте мобы. Блять, ну нахуя вы бьете босса? Объясните мне, когда есть мобы. Жорик, ты заебал, но мы мобов не успеваем сливать, ты босса хуяришь. Ну вы сейчас застыли, блядь. Нет, вы гоните хуйню. Да вы, блядь, все время тютя в тютю мобов. У нас, блядь, два моба стоят, он закапывается. Блядь, у мобов 1200 нам. Нам двух лямов. Вот спасибо, нам... они мне вешают. Тихо. Сейчас выйдут мобы, скорее всего, их придется контролировать. Вот, контроль кидайте в череп кабая сдашь. Череп кабая. Вот, сказать, вот мы бы не успели перевести сейчас. Мы бы успели, время еще навалом было. Мы бы успели до прихмовок. Так, все, тихо, прохиливаем. Нахуй ты там? Пожимочки сдаете, какие есть? Тотем, я думаю, не забыл по руке. ШП сдай гимн на хил. Массакр сдаю. Мне плохо. ШП сдай гимн на хил. Друиды сдайте спокойствие. Танка прохильте, пожалуйста. Холипал чистит. Танка где уже. Дай гимн на ману. А, холипал вылетел. Хильте как можете, пиздец прям. Сейчас помогу тебе похилить. Я тупо в танк хилю тогда. Полюпал, вылетел, это пиздец. Добиваем. Да, блять, можем убить. Пиздец, ты на Жорик рожа. Грязишмяк сейчас умел. Нет. Я хилю танка, хильте рейд. Я похилю танк. Помогите танку, да, не могу уже. Я же ничего могу. Контрольте мобу. Да, не забывайте. Контрольте. Все, добивайте, тут хуйня осталась. Моба контроль. Контроль кто? Кто моб второй? Отлично. Мана села. Хильте танк, у меня мана. На классочку уйти. Ну давайте. Мы могли залить, блять, до вторых мобов. Да если бы ты не умер, у нас бы больше ДПС осталось, заебал. Урод, чекай, у нас овер дохуя ДПС. Рольте авангарда, трофей. А сколько общего ДПС? Кто скажет? На Жорик. А, ну беда, 139, да? На Жорик ЧСВ. Блять. Пусть не можем, не буду ебать за фласки эти ебучие. Хую всегда в мобу, блять, чтобы их просто убить, блять. Это дебилизм, блять. Ну, чекать урон босса, блять. У нас два моба оставалось, когда босс закапывался, понимаешь? Насколько это. Давай так. У тебя разницу, подожди. На Жорик, стой. Мы выдаете Геру, чем рулим. Ну, Жорик, Сфера, я тебе говорю еще раз момент. Во-первых, в одного в танка у меня стакается дебафы. Ты не свитчишься, дольше будет моб, разваливаюсь я. Сдохнет танк, сдохнете вы все. Я говорю про конкретно вот сейчас случай. Вот, конкретно сейчас случай, меня два моба хуярят. Первые мобы, блядь. Мы фокусим, блядь, мобов зачем-то. Когда можно лягать ботинки. Одного моба, блядь, и перевести его без вторых мобов, блядь. И не будет на тебя стака твоего ебана. Понимаешь, что зальют все мобов, и быстрее зальются и боссы. Тот же самый лям отлетит быстрее, потому что все свичнутся. Просто таких, как ты, на Жорик, дохуя, и все они такие, да ладно, кто-то задамажит, и все. Да. А потом танк хоп и лопнул. Ну вот смотри, в первый трай я, блядь, свичился в каждого моба, блядь. Во второй я не свечился. Видишь? Во второй раз, во второй трай ты сдох, потому что согрел босса. Поздравляю. Я свечусь мобов, блядь, и мы нихуя не можем убить, блядь. Нет, просто во второй трай не было такого бедлама, как в первый, что мы там контролили хуй по мячу, рольте, плащ, сила вынос. Да, на самом деле там вообще другое. Так что по факту просто
со второго трая люди просто поняли, что надо делать, дубли, косяки. По факту ты просто огонь удержал, я с дубли. Вот потому что я бил моба, понимаешь? Если я не бью моба, то, соответственно, с него срывается игру. Сдыхает ДДшник, который бьет моба. Понял тебя. Но я могу бил, блядь. Сальву я сдал на Лока, который тоже срывал, который тоже не свичился. Вот вы двое били просто тупо босса. Но если бы мы не били босса, вы бы его не перевели. Как такая информация?